Во Вселенскую родительскую субботу митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил божественную литургию в Свято-Троице-Никольском женском монастыре Ташкента. Обращаясь к собравшимся, архипастырь подчеркнул, что родительские субботы имеют для нас большое воспитательное значение. Родительские субботы – дни особого поминовения усопших. В эти дни на литургии читаются молитвы об умерших православных христианах, совершаются заупокойные богослужения. Мы, смотря на наших предков, себя настраиваем на то, чтобы наша жизнь была не через адские мучения, не через страдания, в адских мучениях, а напрямую, как нам дал Господь своими страданиями и мучениями на кресте, дал нам прямую дорогу, прямой путь Царства Небесного без вот этих страданий. Родительскими субботы стали именоваться потому, что христиане молитвы напоминали в первую очередь своих почивших родителей. В православных храмах по церковной традиции в родительскую субботу после божественной литургии служат общую панихиду, а прихожане подают записочки с именами умерших родных и молятся за упокой их души. По словам владыки, особенно в этот день живущим необходимо задуматься о смерти, чтобы не совершать грехов и жить праведной жизнью. Всегда вот эта мысль о вечности должна нас остерегать от всего греховного, которое есть в этой жизни нашей, и страсти, и грехи наши должны нас оберегать от сделания этих зол греховных, потому что они имеют свойство вечного мучения. Поэтому архипастырь пожелал всем собравшимся силы и разума, чтобы прожить на земле благочестиво и богоугодно.